перекладина. Лучший сайт по продаже монет на любую версию FIFA и любую платформу frisbee.com. Низкие цены, быстрая доставка и качественное обслуживание. Переходи по ссылке в описании и убедись сам. Делаем вот так. Пойдем еще сложным путем, ну, типа, чтобы напоследок оставить, если еще уже наверняк. Ну можно. Девятка. Девятка, чувак. Как там? Вот так. Это как... И вот так. Это девятка. Честно, сам не ожидал. Федя тоже не ожидал. Он бежит, плачет. Я не получил, да? Кто получил? Он получил. Кто забил? Я забил. Ой, я весь пистец теперь. Бля, что-то я проебал гол. Охуенно, да? Да. Охуенно. Идеальнейшее попадание, прям миллиметр в миллиметр. Это нас воодушевило, и мы давай лупить по мячу. Два удара. Ну и давайте начнем работу. Это было, кстати, очень красиво и непредсказуемо. То у меня все получилось. Со второй буквально попытки. Самое обидное, что я коснулся. Хорош, хорош. Причем вот реально буквально сантиметр ниже, все, перекладина, она вылетает. Но видишь, что квадратная перекладина такая. И очень тебе повезло прям. Приманка начала действовать. Наклпыр был. Я изобрел новый удар. Наклпыр. Буду учить за деньги людей. Ты воспользовался это, да, моей? Да. Раскачкой. Я подумал, нормально. Ну а чего не попробовать? Может быть туда залетит? И залетело. Здесь мне нечего сказать. Здесь это... 100% я лоханулся, ждал другого удара. И Коля поймал меня на противоходе. Интересно. Дэнчик, пошли. Серьезно, все? Боже, это круто было, Вот сейчас супер. Чисто в 9. Ну, тут я боюсь, у меня вообще шансов не было. Он как-то так странно полетел. Настолько чётенько залетел прям вот туда, вот в эту паутинку. Хорош, это было очень круто. Такое не перебить. Коль, ну тут, знаешь, это тот случай, когда не обидно. То есть, ну, типа, зашибись. Я реально до последнего уверен был, что он летит, ну, максимум в перекладину. Вообще мимо.